цель этого конкурса, естественно, выявить наиболее привлекательных сексуальных девушек этого города. И фишка в том, что мы выбираем не одну, мы выбираем сразу 10. А вы некрасивая? Надо так это подать, чтобы я захотел и аромат купить, и вас в кино пригласить. Вот как-то это надо обыграть. Ваша девушка будет в нем просто восхитительный превосходный. Так как я конкретно целью этого задавалась, не сама цель, не главное в жизни, наверное, главная часть, скорее всего, но выбрать бы хотелось. Конечно, девушка должна быть сексуальна. Это не значит, что она должна быть развратна, вовсе нет. Сексуальность, но это какая-то внутренняя энергия, раскрепощенность, что-то такое интересное, взгляд. Но не хорошо, веселый. Ну, наверное, адекватно оценивать будут как-то. По какой-то шкале, наверное. Подарки тоже. И подарки тоже, да. Чем больше подарков будет, тем лучше. Волнение, конечно, есть небольшое, в любом случае много народу на тебя будут смотреть, но так не скажу, что сильно прям очень волнуюсь. Там что-то, не знаю, происходит такое неизвестное. Много-много вопросов, много всяких ситуаций, я смотрю, они там рассматривают. И отбираем их по фотографиям. Потом идет интернет-голосование. Участвует как жюри, так и люди в интернете, которые могут также проголосовать за любимую понравившуюся девушку. Я ее не отпустил, я пришел вместе с ней, как группа поддержки. Она это захотела, это ее желание, я ее поддерживаю в этом. Ну, моя жена очень сексуальна и красива. Просто я хотел бы и сам посмотреть, и я думаю, она окажет, что она лучше. Я думаю, что она лучше, лучше всех. Что не говори, кого не показывай, лучше и все. У нас будет ряд творческих фотосессий, и мы там будем пытаться раскрыть девушек, потому что есть такие девушки, которые ты смотришь, вроде бы она такая скромная, тихая, незаметная, а на фотосессии она раскрывается так сильно, что превращается просто во что-то невероятное, такой сгусток энергии, что ты думаешь, вау, вот это да. Кастинг, затем будет голосование в интернете в группе «Мой город 48». Мы отбираем 48 девушек наиболее привлекательных, и дальше уже мы с ними работаем. Работают наши фотографы, которые будут каждую неделю, один раз в неделю проводить фотосессии по воскресеньям. Соответственно, уже в понедельник будет известно, что это будет за фотосессия. Будут фото выставлены новые, да, в интернет-голосовании на город 48. Все жители города, гости могут отслеживать, что же там происходило у них. Я думаю, что у меня придет к победе исключительное желание, драйв. Я люблю вообще, люблю участвовать во всем. Я участвовала во многих конкурсах, и я считаю, что этот я тоже должна все-таки одолеть, победить. Каждую неделю у нас будет выбывать определенное количество девушек. То есть, ну, к сожалению, это правило конкурса. Пока не останется 10 самых лучших.